Всем привет на моем 87-м стриме. И сегодня мы наконец-то по просьбе некоторых продолжаем проходить игру Toho 9.5 Shoot the Bullet. И это я вам уже говорю как магистр техники и технологий. Вчера защитил наконец-таки магистерскую диссертацию. Фух, все, свобода. Вот. Привет, мистер Набомнение. Привет, Лимде. Так, сейчас звук рублю обратно. Конечно же, я уже забыл, как играть в эту игру. Да, столько времени прошло. Ну, сейчас будем вспоминать. Дошел я тогда до третьего уровня, то есть в первом уровне 6 сцен, на втором уровне тоже 6 сцен прошел. В третьем уровне ни одной сцены не прошел. Но сейчас для начала надо будет еще управление вспомнить. Так. Честно, вообще забыл. Какую кнопку надо держать? Сейчас. Так, вот эта кнопка позволяет быстрее накопить минус. Да? Угу. Все, начинаю вспоминать. Так, а вроде же там было, если типа Shift держишь, то оно еще быстрее накапливается или нет? А, это нужно две держать. О, один снимок сделал. Так, а нужно 5 снимков. Привет, Аяка. Не завязал. У меня была, во-первых, проблема, то, что я дипломом занимался. Я ни с какими играми не завязываю, если я об этом явно не говорю. Пока такая только есть одна игра. Ну, стрим по ней был давно, и никто его не видел. Почти. Я не гарантирую, что я пройду хотя бы один уровень. Да, просто как бы, ну, тут уже сложные пошли вообще жесть. Привет, Наки. Наверное, правильно почитал. Да что ж, я не могу даже такую широченную эту пройти. А чё не сфоткалось-то? Больше одного снимка не получается сделать. Потому что один в самом начале его легко сделать. Ну вот два. Ну два это мало, даже не половина того, что надо. А снимок вообще не удался. Зря так потратил. Да как же она задела-то?
Но опять снимок не удался, ну как так-то. Надо, чтобы всегда хотя бы снимок делал. Пусть хоть пулю убирает, но хоть что-то, но не просто ж так пустую. Не, после третьего снимка атака меняется, вообще что-то сложно снимать очень. Пока рекорд 3 снимка, но что-то там вообще тяжело становится очень. Да я заметил, что хитбокс меньше, только что-то это мне не особо помогает. Снимок-то не получился. Вот получился. И как тут вообще уворачиваться? Мне кажется, я все-таки не пройду эту игру, слишком сложную. Ну, может быть, там пару уровней еще получится, но если тут только же 11 уровней, то что-то мне кажется, это вообще не для меня. Ну, стрим подлагивает, я не могу ничего с этим сделать. Это дропы. Я не знаю, откуда они. Или прям чуть сильно подлагивает, или так? Немного. А когда я успел пятый снимок-то сделать? Странно, я вроде 4 снимка сделал. Ну ладно, пройдено так пройдено. Это что такое? Да.
Здесь вообще надо микро не отпускать. А хотя никак не отпускать, она что, не фоткает. А, она вводится? Что-то я не понимаю, там сплошная стена, как тебе там пройти? А так и не достреливаются, слишком далеко стоим. Ну, сейчас она что-то просто поближе подлетела, мне кажется. Нет, так она не залетает. Ну, надо как-то там совсем микро какое-то, чтобы залетело это. А, да что ж дернулось-то? Ну я отпустил просто кнопку, чтобы сфоткать, и оно дернулось. Но это вроде, кстати, не очень сложно. Сейчас чуть на трению пройду, по-моему. Так на этом уровне всего одна атака. А, ну на этой сцене всего одна атака. Ты доказал, что я краб в этой игре. Это было до этого не очевидно.
Не попал, что ли? Ну как же так? Ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Три-три. Опять эти куклы. Я не пойму, в кого надо стрелять, если честно. Все куклы одинаковые. Ну, я примерно в гущу стреляю. Нет, это одно из двух. Либо стрелять, либо уворачиваться. И то не получится. Точнее, не получается пока что. Да, говоришь, хитбокс меньше, чем пулька, да что-то незаметно. А почему запуск снимка-то не сработал? Ну, то, что разное, это очевидно, но... Я думал, он разный, но у всех меньше, чем сама пуля. Ты просто когда это говорил, ты так говорил так, как будто бы это очевидность. А раз это очевидность, значит это справедливо для всех пуль. Как хитбокс может быть больше спрайта? Это нелогично. Опять снимок не сработал. Не знаю, вроде нормально нажимается, как обычно.
Чё-то пока не пойму, как проходить. Ты видел, я это пытался сделать, это невозможно, потому что котик набирается слишком медленно. А куклы появляются новые бесконечно. И то есть это бесконечность. Никогда не станет путь меньше. Ну точнее, пока их становится меньше, я не могу атаковать босса, так как у меня котик еще не набрался. А пока котик наберется, путь уже становится опять много. Так что это не имеет смысла. Просто нужно надеяться, что вместе с боссом и куклы захватятся. Я не знаю, как делать защитные снимки. Надо как-то... Я вроде пытаюсь... Да что такое, не набралось? Я пытаюсь защищать пространство, но... Все равно набирается очень медленно. Она успевает худо накопиться. То есть нет смысла защищаться, если я не успеваю атаковать. Фотографировал пули. А дальше-то что делать? Они все время возле меня. То все равно мне это немного дает. То есть мне вообще ничего не дает. Я даже не помню, какую кнопку фотографировать почему-то. Обычно как-то автоматически получается. А когда нужно от пули избавиться, она не срабатывает. Как тут сейчас? Почему она с третьего раза тут сработала? Любой момент тут практически самый опасный, когда возле меня куча пуль. Вот это был опасный момент, опасный. Меня же убило. Thank you.
Ну, там даже вот таких-то кукол убрал, но это чем мне помогло? Смотри, сколько пуль на экране. И все равно меня не задели. Два снимка получается сделать, но не больше. Не знаю, не могу пробиться. Четыре снимка. А как 4 опять получилось? Я вроде 3 только сделал. Вообще, я бы не назвал это боссом. Это просто противники. Потому что тогда получается игра состоит только из боссов и все. Ну это глупо, да? Но скорее это просто противники. Какой почти? Там не было почти на самом деле. Тут снимок и последний надо было еще накопить, еще чтобы я достал. И, ну, это нет, это не было почти. Ну да, последний оставался. Ой, много слишком пуль. Странно, каким образом я их прошел. Там слишком их много было. Только рандомом можно такое пройти. Ну, сейчас хорошо было. Я и пулю убрал, и фотку сделал. И кукол убрал. Удачный снимок. И вот сейчас тоже. Да, зажали. Что не замечаю? Ты можешь по-русски выражаться? Гапы. Я не знаю, что такое гапы.
Ну как же она догнала-то? Вот этих пуль как раз таки хитбокс больше, чем они выглядят. Вот сейчас я вообще не понял, как меня задело. Там по-любому еще было расстояние. Ну пиксель точно. Даже больше. Что-то босс долго тупил сейчас. Из-за этого я успел набрать. Тупо протупил босс просто, ну протупил что-то. Повезло. Опять босс, противник. Ну, сцена 4. Кто меня убил? Что-то даже не успел увидеть. А. Я думал, что тут довольно-таки хорошая скрипка. Ну вообще, я просто не понял, почему эта пауза была, обычно же ее нету. Как-то все она может случайно случиться. Наоборот, как раз-таки искусственный интеллект может ошибиться, а как может скрипт ошибиться? Ну, в данной ситуации. Так, вот это выглядит простым. По-моему, это самое простое, что тут было. Сейчас, мне кажется, с нескольких попыток пройду, если, конечно, там атака не изменится в ходе действия. Ну, естественно, все равно потренить придется. Так, с расходу-то ничего не проходит. Да не может быть. А почему с ним их не сработал? Да нет, не работает эта стратегия. Точнее, не совсем просто она так работает. Надо с паузами двигаться. Да и то. Так вот, слишком быстро. Ты сказал просто, нужно в суперфокусе двигаться. Ты не сказал шажки. Или, по-твоему, и это очевидно. Каких 6 снимков? 5. А, справа еще? А, я не видел это, что есть справа. Все.
Она не фоткается что-то. Я же уголком-то делал по-любому. Я уверен, что задел уголком. Она на снимках не отображается, видимо. Как фейрит? Ну вы чё? Да не, первый снимок надо делать. Нормально. Странно, как он попал. Так, а при чем тут хитбокс, если я снимок делаю? Снимок — это не пуля. Ну хотя с точки зрения движка игры, в принципе. Рестрим? В смысле, куда рестрим? Чего? Так, а здесь аж 8 сцен. Куклы Камикадзе. Да что это, да. Не, они зажимают полностью. Они не дают возможности уйти. Ну и чего? Ну на еще-то мне один не хватит. Да, но зато теперь я не смогу обороняться. Fail.
Да жесть, и что с этим делать? Да, они все равно же достают. Я не понимаю, просто я до левой стены-то дохожу, а потом они мне не дают уйти к правой стене. Тратить на них снимок тоже бессмысленно, который у меня и так не успевает накопиться, в принципе. Надо было ей какой-то турбофотик купить, который делает там 20 снимков в секунду. Это меня даже не спасло, то что я уничтожил там пару штук. Не успеваю улететь оттуда. Так а смысл? Уберу пули и что? У нее-то поток этот никогда не остановится. Так каким образом, если я только уберу пули,
пока я дойду до следующей стены, у меня уже, ну, уже опять будет стена. И как бы, и что делать? Мне либо стену, в смысле, либо эту, убирать эти куклы, либо босса. Но если убираю босса, то куклы меня убивают. Если убиваю кукол, то мне нужно идти к следующей стене. Пока я до нее дойду, то есть, когда до нее дойду, мне опять такой же будет выбор. Блин, заговорился. Когда вот здесь медленно-то иду, я успеваю три симка сделать, пока дойду до стены. А там еле-еле один успеваю набрать, как раз таки на этот выбор. А медленно не получится, потому что они быстро летят. Я, в принципе, это и хочу сделать, но пока не получалось. Да меня постоянно убивает это вот слева летящее. Северо-западное. Не, теперь северо-восток. Так а смысл, что ты перепройдешь и что я-то от этого что? Не, ну перепроходи, не зачем. Только я от этого вот, вряд ли лучше играть стану. Чего? Я ни до босса не достал, ни кукол не убил. И снимок мне еще и не удался, да? Четвертый. Просто слишком низко лечу, надо как-то повыше.
Ой, что я сделал? Боковые пули и босса, ну как так. Я попробую, но я, правда, не до конца понял. И что? Мне направо-то выйти все равно не дают. Слишком низко стою. Да выше опасно стоять вообще-то. Так и что? Да все равно он сейчас стоял не низко, и что мне это дало? Вообще ничего. Там такой сплошной поток, что один снимок ничего не решает. Я даже без шифта не успею туда вылететь просто на максимальной скорости. Там промежутка практически нет. А зачем, чтобы рыбки были больше? Наоборот, надо, чтобы они были меньше. Чтобы максимум на замедленно двигаться. А рыбки надо только, чтобы это, ну, не попали в меня буквы. Фу! Проскочил. Ну чё, 3-6. Ну, пока изучаем. Ну, давай ты не будешь говорить, где я застряну, где нет. Потому что это не всегда очевидно. Во-первых, я застреваю почти на каждой карте, а во-вторых, не факт, что я играю так же, как ты. Ну, даже дело не в скилле, а в том, где для меня сложнее, где легче. Ну, застряну, значит, застряну. Значит, сегодня это будет последняя карта. Если застряну.
Ну, я же говорю, это ничего не значит, что ты застрял. Это значит, что тебе было сложно. А будет ли сложно мне, это уже только другой вопрос. Просто уже не раз убеждался, что разным игрокам разные бывают сложности, разные вещи. Четвертый снимок сделал. Не, снизу мне неудобно. Что-то вот тут удобно. Потому что здесь, наверное, не одновременно эти шипы проходят, а по очереди. И поэтому удобнее в бок идти, чем снизу. Просто немножко надо синхронизироваться. Посмотрим. Если не смогу сбоку, значит буду в центре пытаться. Да что ж такое? Пульку задел. Эх, блин, дернулось управление. Кстати, тут надо аж 7 снимков сделать. Пока я не вижу, на чем тут застревать, но посмотрим. Может быть, после 5-го снимка там жесть какая-то начнется совсем. Ладно, ладно, попробую в центре.
только в центре от курит неудобно уворачиваться. Не, по центру вообще неудобно, ты че? Не, увернуться очень сложно от этих шипов летящих. Еще не знаю, чего ты называешь лазерами. Это вообще ни разу на лазер не похоже. Вместе убивают. Ну смотри, вот видишь, именно в том месте, где ты сказал, там сейчас перекрестие лазера. А ты говорил, лазеры статичные. Так что не все такое статичное, как тебе кажется. А сейчас вон, чуть выше того места, там есть место. Так что нет, лазеры нифига не статичные. Вот, уже открываются новые подробности. Оказывается, они уже статично все сдвигнут вниз. Это после того, как я на себе испытал. Так, насколько оно ниже, не могу понять. Нет, я потом не достану снимком. Не-не-не-не-не, тут надо вверх перемещаться. Надо было влево чуть подвинуться, а не вправо. Там пулька немножко проверить его чем-то. Ну что, я 4 снимка делал и сбоку там. Вообще нормально. Надо было делать снимок, когда пули вылетают.
Блин. Из-за снимка сбиваюсь. Я думал о снимке. И что, что, блин, ну как бы, не вижу в этом какой-то проблемы очень сильно. Ну, в смысле, то есть, ну, почему невозможно? Ну, сложнее, ну да. Так и по центру тоже сложнее. Четко на перекрестие попал. Ой. Блин, да как же так? Я не могу никак уловить, насколько мне вверх перемещаться. Так, она, можно хоть здесь посмотреть. Ну, примерно на размер спрайта игрока. Вот это фейл. Не успел просто влево уйти немного. И что, ты говорил, что я на этом застряну? Не застрял. О чем я тебе и говорил, то что для каждого разная по сложности, разные вещи. А другое для меня было сложно, а ты говорил, что изич. Ну, правда, конечно, я согласен, что ты мне подсказывал, а тебе, вероятно, никто не подсказывал, но все равно.
Во всяком случае не застряло хорошо, да? Я до чего наткнулся-то на меня? Случайно. Так, ща. Прям четко на пульку наехал. Засмотрелся на снимок. Надо поближе к боссу находиться. Лол, ну что это? Че, надо просто ловчиться. По-моему, ничего сложного, ну, по крайней мере, вот в этой начальной атаке. Наверняка она изменится. Не долетит, ну понятно, это было изначально ясно. Слишком низко он был. Тут слишком затупил. Да я уже понял тактику. Просто надо одно дело понять, другое дело реализовать. Впервые противник очевидной тактикой для меня. Ну, видно, они решили такой бонус сделать. Они. Он. Это же зона 1, да, все делал. Это только первый снимок? Подожди, как так? Я не попадал до этого. А, я так понимаю, пулик потом станет столько, что это уже не будет изичным. Два снимка, походу, пока рекорд. Ну, дернулся. Не
Не, что-то многовато всего летит, если честно. После третьего снимка уже совсем много всего летит. Рановато делаю снимок, надо чуть отъезжать. Не усложняется? Да вот усложняется. Либо просто на экране не успевает накопиться много всего и кажется, что сложнее. Ну, по-моему, нет. По-моему, просто пуль много начинает светить, реально. Зажало. Я думал, они сейчас прекратят уже. Надо помедленнее продвигаться. Ой, это я профукал паузу, да? Думал, что не успею с ним сделать. Да, ну вот это вот, по-твоему, не усложнение? Я так и думаю, что, скорее всего, я 9.5 не пройду. Но вот хотя бы 2 стрима, это второй уже, да, понимаешь? Все-таки сделаю, ну уже как бы делаю, да, второй. Наверное, третьего не будет, но как бы не... официально, как бы, так сказать, не забрасываю. Просто, скорее всего, перейду к следующей части, но... Ну, как бы, никто же не запрещает мне потом вдруг внезапно взять и поиграть еще в это. Вот, ну, как бы, то есть, не знаю, но случится это когда-нибудь или нет, это уже вопрос. Ох, ты ж последний попал мне. Ну сейчас, первые два я уже почти стабильно делаю. Ну сразу скажу, мне все равно что там читерское, то что Zoom написал в игре, то я и буду играть. Искусственных челленджей себе создавать не буду. И даже не искусственных. Ой, блин, израсходовал снимок. Какую ерунду. Да что ж такое?
Еще один снимок из расхода. Да то, третий, да не, ну это жесть. Я бы уже 4 снимка бы сделал. Хотя не сделал бы, там бы атака бы уже сильнее была бы. Да ну или можно сразу сначала. Первый снимок вообще нельзя пропускать. Слишком внезапно срабатывать с ним. Опять впустую. Нет ничего обиднее замикрить и использовать пустой снимок. Опять он использовался. Я просто хотел медленно лететь, а он с ним, она снимок использовала. Ой, не сфоткал. Понятно. Опять не попал. По-моему, у меня микрит получается лучше, чем попадать снимками. Все, уже даже один снимок уже не получается сделать. Это что такое было?
Ну как я могу об эти пульки задевать? Вот я не понимаю. Одна пулька на экран, грубо говоря. И как нее можно задеть? Наверное, потому что я о них совсем не думаю. Да куда ты используешь снимок, ну, без разрешения. Ну если бы хотя бы эти снимки бы уничтожали бы объекты нужные мне, но это хотя бы еще никуда не шло. Но вот просто впустую там какую-то одну пульку уничтожают. Да нет, просто я не понимаю кнопку, почему я ее нажимаю. Я не хочу ее нажимать, но я нажимаю. Ну выстрадал второй снимок. Но только в два это мало. Чё же мне напоролся-то, ну? Нет, тебе кажется. Я пытаюсь играть. Пришлось использовать, но я не знал больше, что там ничего делать. Так хоть потяну время. Ну, понятно. Даже третий снимок не смог сделать. А потому что мне так нравится. Потому что я именно так могу пройти, по-другому я не могу пройти. Такой ответ устраивает? Если не метаться по экрану, меня убивают. А если метаться, то меня убивают позже. Лучше позже, чем раньше. Так вот есть видимость, что я прохожу. Да почему не сфоткалось? Какое тянуть время? Ты о чем? Я говорю, что я просто выживаю дольше, если я езжу по экрану. Потому что я уворачиваюсь от этих пузырей. Или что это там? Случайно я дернулся влево. Thank you.
Может вообще не держать эту микрокнопку, вот только Shift держать и все. Тогда не будет случайных срабатываний никогда. Эй, а, она еще не накопилась, я привык, что... Да ну, даже отнесли, не смешно. Жалко, что нельзя вот это так медленно лететь и при этом, чтобы не сработал снимок. Ну, в смысле, кроме как если в последний момент отпускать, когда еще 100 не набралось. Потому что эти случайные нажатия не добивают. Давай паузу, ну. Эх, ты ж, надо было еще резче вправо улетать. Я думал, чтобы начать с правого края. Думал, сверху обойду пульку. Не вышло. Да, ну опять это срабатывание, ой, жесть. Зачем? Вот на этой карте, походу, я застрял. Хотя вроде выглядит вообще не сложный, но в итоге оказывается сложный. Такая карта подстава. Но опять, она для меня сложная, для кого-то она изи. По-другому. Три снимка сделал, ну надо же. Да какой фейлит? Если фейлит, можно даже не продолжать дальше. Опять ты.
крайней мере, я вышел отсюда. Что я делаю? Да как же, ну почему я не остановился перед сыпулькой? Просто не срабатывает, так сказать, триггер в мозгу, не знаю. Вижу пульку, а остановиться не могу. Вся ПЧБ изи, что такое ПЧБ? Не знаю никаких ПЧБ. Не вижу тут ничего изи. Опять эта пулька. Чуть ли не на одной и той же пульке погибала каждый раз, когда до третьего снимка делал, доходит. Блин, 4 снимка. Прогресс. Ну вот, а ты говоришь, я не играю. Но это дело случая, то есть я как проходить-то понятно, просто ну надо, чтобы получилось. Догнал меня пузырь. По идее, на обратном пути тут уже можно начать накапливать третий снимок. Я имею в виду, когда к левой стенке иду уже. Если все правильно сделать.
вот уже третий накапливаем. Ну и надо было, короче, немножко затормозил, надо все-таки чуть быстрее идти к стене, чтобы начать. Этот перерыв был, когда я был уже у стены. А, не, не попал. Потому что когда с середины идти, это плохо, когда на третьем снимке там уже это печально заканчивается. Снимка есть. Да куда ж ты в пульку-то? Ну. Что это за часть? Ты распиши полностью. Кроме тебя никто сокращений не знает. Как так-то мимо? Это очень плохо. А почему оно не с 50 начинает накапливаться? Я же вообще не противник сходки. И из чего вдруг пузырь сейчас полетел справа? Я же влево не двигался. Получается повторить подвиг с четырьмя снимками. Блин, я дождал, пока пулька прилетит, там не успел уже пройти. Стоп, как так получилось, что там нет паузы? Что я не то сделал? Ну куда ж ты в пульку летишь? Ну это хорошая же была позиция.
А, надо было сразу идти. Зажали. Ладно, если сейчас не будет совсем получаться, значит я уже устал. Под получаться я имею в виду делать хотя бы 3 снимка. Когда должен был быть третий снимок, попадая под пульку. Я просто, наверное, понял ошибку. Наверное, потому что я пытаюсь сделать сразу снимок, а надо все-таки подождать разрыва. Потому что пока я делаю снимок, я, естественно, перестаю на пульке обращать внимание, и это плачевно заканчивается. Да как? Я думал, меня не заденет. Что у них хитбокс там километр, что ли? Ясно. Что ж такое, ну. Прям вот хочется, чтобы получилось хотя бы 3 снимка-то уже сделать. Ну как же так? Вроде и вижу свою ошибку, и вижу, что ее решить не так уж сложно, но что-то. Ну, это вообще печаль, да. Хотя, в принципе, учитывая, что атака не усиливается. Не, ну сегодня 10, естественно, не будет. Сейчас этот стрим заканчивается, и мы сегодня все. Ну только может вечерком мидбой будет. Не, все, следующий стрим не скоро. Завтра я не смогу, а потом я на неделю уезжаю где-то. Месяца только ждать? Да не, ну почему? На неделю это не полтора месяца. А когда вернусь, то, в принципе, у меня уже универа нету, так что. Ну, я, естественно, буду там делами заниматься. Но какая разница?
То же самое могу, хотя по выходным, да будут стримы. Другое дело, что стрим это не всегда тоха, но тоха будет. Я же сказал, что я пройду все тохи. Ну, по крайней мере, не спин-оффы. Пока это соблюдается. С 1 по 9 часть, именно которая точка 0, во всех титры видел. Ну, плохая концовка, это же другой разговор, но я и не верил, что будет хорошая во всех, это хотя бы одной. Пока еще ни в одной не было хорошей. Зря ты, наверное, был. Ну, не считая той, где там единственная топ-концовка, она хорошая. Это какая-то была вроде бы... как раз вроде девятая, что ли. Что-то я пока разговаривал, вообще перестал играть. Потому что я вообще думал о другом. А что, я восьмую часть прошел. Да, я там не успел вовремя, но титры-то были, но значит я прошел на плохую концовку. И это по сложности было примерно как пройти предыдущие части на плохую концовку. Прошел. Я 7,5 не прошел. И вот 9,5. Остальные прошел. Так кто уже это есть успеешь, то есть это уже вариант хорошей концовки. Или, ну, по крайней мере, другой. А у меня нет челленджа какую-то концовку получить конкретно. Ну ладно, сейчас еще где-то 4 минуты поиграю, наверное, и все. И покончим, наверное, с этой частью. То есть в следующий раз уже будет стрим по 10-й тофу. Да как же так, далеко слишком был. Вот тут 3 снимка сделал. Привет, Элис. А где там перерыв-то? Ну? Да как? Ну я думал, не заденет. Но опять же, старое правило все еще действует. Если ты ее пройдешь, это не значит, что еще я пройду. Куда ты стреляешь?
Вот из-за того, что я один раз сейчас опять дошел до трех снимков, мне опять не хочется выключать. Такое ощущение, что могу пройти. Да куда ты стреляешь? Ну вот из-за вот этих снимков, наоборот, все желание пропадает. Из-за левых снимков. Так, сейчас не дадут мне тут уйти, но я так и понял. Слишком я резко влево рванул чуть-чуть. Надо более удачно подбирать момент для снимка. Вот, например. Привет, Инферно. Как же я не могу совладать с управлением в том плане, что как не делать сразу снимок? Я не могу не делать сразу снимок. Ну, из-за этого, точнее, когда я пытаюсь этого не делать сразу снимок, у меня сразу... Я теряю там секунду или две на то, чтобы перестроить управление. И, ну, это очень печально заканчивается. Ну, потому что мне нужно не только не делать снимок, но мне нужно то быстро, то медленно двигаться. Вот что я сейчас сделал. Значит, это левое. Да, но только мне нужно еще и набирать быстрее этот заряд. А для этого нужно Z. А говорю, а переключаться, чтобы уже не на Z, а Shift использовать, когда я достаточно набрал, у меня занимает слишком много времени. Я не могу никак с этим совладать. Потому что я в это время думаю о том, что происходит на экране, там, микро и все такое. Ну, в общем, блин, что-то тяжело. Ну вот что это? Для Тоха нет читов? Да ты что, издеваешься? Для Тоха есть читы. Ну, тренер есть. В каждой Тохе идет тренер. Ну, по крайней мере, на ретрекере. Вот я опять три снимка набрал. Thank you.
Блин, вот. Да я Shift вообще не использую. Тут Inferno, тут вообще нет боссов. Здесь вся игра, вот это вот, да, фотографирование противника. Я почти четвертый снимок сделал, это обнадеживает. Так что еще чуть поиграю. Все-таки вот эту карту хочу пройти. Тогда уже можно будет спокойно выключать. Не-не-не, здесь суть фотографировать. Нужно вот на данной карте нужно 5 раз фотографировать противника. И тогда проходится. Ну, что-то опять дернулся. Да Рейм... А, не, кстати, это не Рейм, это же кто-то по-другому зовут. Она там с Гуфом уже это, давно общается. Сколько попыток я уже сделал. Да. О, блин, вот за 5 я нажал, когда у меня было 100, случайно. У меня просто уже, когда один раз промахиваешься, все это уже сбивает с толку, и очень тяжело сосредоточиться опять, как бы войти в ритм, так сказать. Да что ж такое, ну блин. На четвертом снимке уже волноваться начинает что-то. А волнение это всегда плохо. Плохо сказывается на игре. С какими же стальными нервами наводит объектив, да. Ну а чё, им не привыкать там, в Японии. Не попал. Но пока что не умер. Один снимок остался, ну. А, жесть. А, блин, остался пустой. Жесть, ну. Так удачно, последний снимок сложился, я мог бы его завершить. Опять один снимок остался, как же так? Еее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 ee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 
Да неужели, блин? Да, вот это вот уже было не изич, совсем не изич. Правда, последняя попытка что-то, на удивление, легко далась. Видно, сосредоточился уже все-таки. Не, все. Конечно, так было бы символично, если бы я еще 8-й прошел, да? Че, попробовать? Ну, в принципе, не, у меня время, в принципе, есть. Ну ладно, попробуем 8-й, чтобы уж вдруг дойдем до 4-го тогда уровня, и все на этом будет. Может, он не такой будет сложный? Да, по-любому. Тут не бывает не сложно. Так. Вообще, надо понять, что тут происходит вообще. А, надо было... Ну да, я понял. Да, что ж. Здесь надо быстро тоже переключаться. Слоу. Туплю. Но в любом случае это выглядит вроде бы проще, чем предыдущая. Хотя предыдущая мне тоже вначале простой казалось. А, здесь всего 4 снимка надо сделать, но вероятно это сделать довольно сложно. Да что ж, ну блин. Надо поактивнее перемещаться по карте. Да чё затупил-то? Надо, наверное, только на шифте двигаться. Пусть она долго набирает, а зато мне так проще уворачиваться. Не, все-таки из-за того, что я Z опять начал использовать, опять не успел увернуться. Что я сделал? Я что-то привык, что у меня обычно уже набрано. Да, там уже много всего летит под конец. Но ничего нереального там я не вижу.
Не, сейчас первый надо сразу брать. Опять я первый не взял с самого начала. Так, зарядился. Какая разница, где ее начинать? Так, два снимка. Ну там же пульки были, куда мне? Ой. Ну я понял, ну сейчас. Ну что ж такое? Все-таки слишком медленно набирается это заряд, если использовать только шифт. Да, как же, ну... Ну знаешь, по такой логике все игры простые. Вон некоторые там босса чуть ли не без смертей проходят, ну и чё. Тоже значит простая игра. Как я снимок-то не смог сделать? Почему я влево вообще еду?
не мог решить налево или направо. Да, обходящий лазер я еще не вкидал. А вот эту пульку сколько хочешь. Как же я тогда 4 снимка набрал? Когда еще не слышал никаких советов. Наверное, это когда я не использовал Z. А здесь полминуты и не надо выживать. Здесь надо просто пострелять и все. Поснимать. Никто тебя не заставляет делать это так долго. А, 3 снимка опять. Привет, Доги Бастье. Опять я не увидел, как там уходить этот. Не, никак что-то не могу. Пульки достают слишком. А, и лазером убило. До 5 уровня дошел. Прикол. Но я вот 3-й заканчиваю.
Но очевидно, что снизу пульки, естественно, легче избегать, поскольку там область шире. Так, опять последний снимок остался. Ну. Double Shift! Точняк. А, нет, что-то тут он не помогает. Теперь shift забыл отпустить. Опять последний снимок. И опять не получился. А, двойное замедление? Ну да. Плюс, которое полезное практически. Ну, в смысле, оно выполняет, да, функцию не только замедления, но и ускоренного накопления заряда. Фотографирование. Ты куда ты? Думаю, я пройду, но вроде кажется просто, ну почему я не могу последний пройти? Не, ну понятно, что там просто потому что пуль больше, но с нескольких попыток ты нужно должен был пройти. Ну и лазер еще догнал. Я догнал пульку. Так, ну вот снова два снимка есть. Да, хотел за снимок сделать.
И остался последний, как обычно, самый жесткий. Давай! О! Ну все. Все. Третий уровень пройден. Впереди еще четвертый уровень, пятый уровень, шестой уровень и там и так далее. Ну, как я уже сказал, на этом все. Следующие уровни будут неизвестно когда, будут ли они вообще. Потому что в следующий раз, когда буду стримить Тоху, это будет уже Тоха 10. Вот, так что, если у кого-то есть вопросы, пожелания, замечания, предложения, пожалуйста, пишите в чат. На этом стрим заканчивается. Всем пока.